Здравствуйте, друзья! С вами шеф-повар Олег Ольхов. Вновь я готовлю для вас на тандыре. И сегодня я приготовлю для вас в режиме остывающего тандыра или в режиме томления, как мы его еще называем, старинное русское блюдо, которое называется селянка. И это будет селянка мясная сборная. Готовим! Для блюда нам понадобится белокочанная капуста, соленые огурцы, репчатый лук, морковь, укроп, охотничьи колбаски, копченые свиные ребра, буженина, а также соль и перец. Все продукты мы нарежем, сложим сейчас в керамический горшок и поставим на длительное время томиться в остывающий тандыр. Начинаем резать овощи с капусты. Я нарежу капусту крупными кубиками, которые в современной русской кухне называются шашки. Складываем капусту в горшочек. Нарезаем морковь чуть мельче. Нарезаем морковь средним кубиком. Лук мы также нарезаем кубиком. В горшок. Нарезаем соленые огурцы кубиком. Нарезанные огурцы также помещаем в горшок. Вы видите, что я все кладу сыры. Все будет готовиться без предварительного обжаривания, без пассирования. Будет томиться в тандыре. Теперь настало время мясного набора. Это охотничьи колбаски, свиные ребрышки и буженина. Колбаски нарезаем кружочками. Буженину нарезаем кубиком. Помещаем буженину в горшок, ребрышки. Разрезаем их по ребрышку. Помещаем в горшок. Это можно нарезать кубиком. Добавляем немного соли, потому что потом все равно будем досаливать, когда блюдо будет готово. Перец. Вливаем воду или огуречный рассол. Это по вашему вкусу. Можно капустный рассол. Эта селянка у нас будет играть роль второго блюда. Селянка может быть и первым блюдом, и вторым блюдом. Вот у нас сегодня второе блюдо, которое мы готовим в процессе остывающего тандыра, то есть в процессе томления. Для этого мы также используем полочку. Ставим горшочек вместе с полочкой в тандыр. Закрываем. Накрываем крышкой и оставляем блюдо томиться в остывающем тандыре при температуре чуть ниже 200 градусов на 2 часа. Пока блюдо готовится, я нарежу укроп. Укроп я положу в самом конце. Ну что, друзья, прошло 2 часа, сейчас я достану солянку, посыплю укропом и уже можно есть. Температура уже сильно упала, уже меньше 100 градусов. Так, открываем и посыпаем. Давайте посмотрим. Да, вот идет пар. Капуста готова. Все готово у нас. Отлично приготовилось. Видите, без всякого поджаривания. Это очень полезная еда. Друзья,
Как вы видите, я приготовил томлением на тандыре, на остывающем тандыре. 2 часа готовилась вот эта замечательная мясная сборная селянка. Вы можете готовить дома точно так же, это несложно. С вами был шеф-повар Олег Ольхов. Готовьте в тандыре вместе со мной.